Здравствуйте! Сегодня мы начинаем серию роликов, посвященные рассаде. В частности, сегодня разговор пойдет о перце. И по срокам высадки рассады, то есть определенных культур овощей, огурцов, помидоров, мы будем рассказывать не только про семена, как их сажать, но, самое главное, будем в прямом эфире вместе с вами сажать эти культуры, и к моменту высадки, когда уже будете готовы высаживать ваши семена в грунт, у вас будет уже сравнительный анализ, то есть мы проведем его вместе с вами, какой способ посадки является самым оптимальным, в каком случае рассада самая крепкая и самая такая готовая перенести все неприятности погоды. Смотрите за нашими роликами, оставайтесь с нами. Действительно, будет интересно. Итак, сегодня на повестке дня у нас перец. Какие же виды перцев существуют? Наверное, самый такой известный – это острый перец. Острый перец, он вот такой острый. Как правило, величина плодов небольшая, 5-6 грамм. Мякоть достаточно такая мясистая. Употребляется в пищу, назначение употребления в пищу. Далее перец какие бывают? Декоративного назначения. Декоративные перцы многолетние, как правило. Плоды у них небольшие. Как правило, это многолетние растения. И является, в общем-то, больше комнатным растением. Плоды в пищу не годятся. Далее. Стручкового типа. Стручкового типа, наверное, вот такого плана. Эти перцы предназначены в основном для промышленного использования. Их, как правило, высушивают и готовят из них паприку в основном. Мякоть у них достаточно толстая, где-то 3-4 мм. Величина плода где-то от 15 до 20 грамм. Это вот стручковый тип. И, конечно, самый любимый – это салатный тип. Тот, который у нас выращивают все дачники. Салатный тип тоже можно разделить условно на три группы. Наверное, самый такая известный это вот такого вида хоботовидные, то есть в виде хобота. Плоды, как правило, длинные, толщина стенок 3-4 мм, вес достигает где-то порядка 150-250 грамм. Назначение салатного можно использовать на консервы, то есть достаточно широкого направления. Дальше есть перец, который кубовидный. У него самый длинный период роста, у этого перца. Поэтому он, как правило, идет закаточного типа, то есть больше его используют где-то в закрутках, в фаршировке, заморозки на зиму. Толщина стенок у него тоже такая же, достаточно толстая, он мясистый, красивый, крупный, расцветки разные. Это вот кубовидный. И еще одно направление, наверное, вот этот самый любимый, это перец томатного вида. Он называется гагашарного типа. Перец, который созревает достаточно быстро. И, как правило, он бывает среднеспелый или раннеспелый. Он используется летом к летнему столу в салаты. Отлично фаршируется. Прекрасно себя ведет не просто даже в фаршировке, а именно вот в заморозке, когда некоторые хозяйки замораживают уже готовый нафаршированный перец. То есть места занимает мало, форму не теряет потом, когда вы начинаете приготавливать пищу. То есть одно сплошное удовольствие. Стенки у него толстостенные, мясистые, сладкие. Одно сплошное удовольствие. Это вот как раз томатовидную форму. Вот такая мини-гагашарная вот такое. Так, перцы бывают разной степени созреваемости. Значит, бывают среднеспелые, среднеранние, ранние и позднеспелые. Позднеспелые сорта, как правило, используются в основном для теплиц. Так как они, сами понимаете, позднеспелые не успеют в нашей полосе вызреть до конца. Поэтому при выборе семян всегда помните о том, что выбирать нужно или раннеспелые, или среднеспелые сорта. Сорта также можно разделить еще на перцы, которые для открытого грунта, и перцы для теплиц. Есть также у нас еще и гибриды, которые есть сортовые сорта, вот такие, которые не гибриды, и есть вот со значком F1, это
чистый гибрид, которые собрали все себе лучшие свойства сортовых растений, плюс еще они очень устойчивы к разным непогодным условиям и устойчивы ко всем заболеваниям. Поэтому вот, наверное, гибриды на данный промежуток времени являются одним из самых передовых направлений. И еще что хочу сказать. Чем плохи минус гибридов, то что их семена их нельзя оставлять на следующий год, то есть нельзя собирать. Они, как правило, теряют свои первоначальные свойства. Поэтому помните, что гибриды всем хороши, кроме сбора семян. При выборе семян помните, что основное условие, чтобы перцы были еще устойчивы ко всем распространенным заболеваниям. Это важно, так как у нас очень часто погодные условия нас летом не радуют, и перцы подвержены, как правило, вот таким нашествием вирусных и других заболеваний. Поэтому оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. В следующем ролике я расскажу вам о том, как подготовить семена к рассаде, что для этого нужно знать и как это вообще сделать. Всего вам доброго!